что опять тебя выпустили. Лиль, за что тебя задержали-то? Ни за что. А что это у тебя? Что там, Кузя лакомки? Кузя. Смотри, у тебя из-за Кузи даже рюкзак не закрывается. Лиль. Видишь? Засунь в свой рюкзак. У меня там куртка. Дима, Дим, посмотри, это для тебя. О, вот. Лошадки. Ну-ка, слезь, тебя сейчас повяжут. Тебя сейчас повяжут. Ну-ка, слазь. Да, я же говорю, для тебя красные. Видишь, розовые. Уточки такой нос не бывает. Уточка. Бирюзовую курточку увидела? Да, прикольная, да? Да, прикольная. Ну и что ты сегодня заказала? Тебе кофе. Мне кофе и все? Мне капучино. Красивый у тебя, да? Вот такой бургер. Как обычно баварский. Тебе и мне. А говорила, что ты с болячкой сниматься не будешь. Болячкой? Да. Так ты не снимай меня. Хорошо, не буду. Оставишь просто. Да? Да. Сейчас спрятал. Ты сказал, больше кушать не будешь. Набрал. Сейчас надо бургер тут съесть, потом в самолете кормить будет. Вот и ужас какой-то еды. А, потом в отеле еще будет кормить. Ты сказал, что может в отеле не будет еды. Не может, не будет. Не нравится. Что? Мягенькой, да? Холодный. Возьми мой. Что ж холодный? Принес тебе пирожные, вот, а ты тут голая лежишь, на балконе загораешь. Вот. Лараборуд коллекшн. Номер Corner Suite with Jacuzzi. Сразу справа от входа ванная открытого типа. Такой туалет. С непрозрачной дверью. Прямо вот раковина одна. Зеркало такое оригинальное. Принадлежности. Ну, какие-то обычные местные. Здесь вот увеличительное зеркало. Есть розетка. Вот здесь внизу находится фен и щипцы или выпрямитель для волос каком-то, мутюжок для волос. Ребят, фен великолепный, Лиля сказала, можете с собой не тащить, это у кого большие волосы к разговору. Но здесь фен нормальный, полноценный, не такие пиндюрочки, как там вешают. С левой стороны душевая, ну такая, скажем, не очень просторная, вытянутая, душ тропический. Здесь вот душ обычный. Для душа и шампуня в диспенсерах, вот в такой вот нише. Прикольный вид на кровать, но он с секретом. С левой стороны шкаф и зеркало. Подсветка, утюг, гладильная доска. Вешалки такие хорошие, добротные. В другой половине вот сейф. Есть сумка пляжная. В
Вот здесь в ящике обувные принадлежности и тапочки. Вот в этой половинке шкафа есть халат. Ну, сейф такой не новой конструкции, но замененный видно. Дальше вот такая вот ниша, непонятно для чего, наверное, что-то здесь должно быть, но у нас ничего нет. Это барный уголок такой. Вот что-то нам принесли приветственное. Одну клубничку разрезали на 10 частей. Чашки большие, маленькие. Капсулы для кофемашины. Бокалы. Прикольно висят. Есть приветственная бутылочка вина. Капсульная кофемашина. Находится мини-бар. Ну, мини-бар неплохой. Крепкие алкогольные напитки, джин, водка, виски, пираки. Здесь бутылка воды в стекле, бутылочка вина, пиво, Швепс. Здесь какие-то вот закуски, шоколадки. Две баночки чая. Два эфеса, две колы, два спрайта, два чая и две воды газированных в стекле. Ну, неплохо, неплохо. Вот во второй половине здесь находится чай, сахар, чипсы, орешки. Ну, еще какие-то там фисташки, что-то еще, вафли. Ну, неплохо, по мини-бару неплохо, неплохо. Дальше проходим в комнату. Такая двухспальная кровать. Достаточно широкая, наверное, 2 метра. Так, ну, душевую. Прикольно. Прикольнее было, если бы было зеркало. Дальше вот такой диванчик, он раскладывается. Если вам нужно дополнительное спальное место. Вот эту грушу Лиля взяла в столовой со сливой. Вот одно такое окошко квадратное. Здесь как бы рабочая зона и телевизор. Телевизор большой, 55-й. Клетка такая вот по кругу идет. Подсвечивается номер. Как бы была реновация, но тут нельзя сказать, что это какой-то умный дом там или еще что-то. Просто такие проходные выключатели везде. Я не знаю, в 22-м году можно было бы сделать уже и получше. А тут все так примитивненько. Вот лампа для чтения есть еще. Ну, белье с виду очень даже вроде неплохое. Дальше у нас в номере вот такая вот терраса большая. На террасе вот такой столик, 2 стульчика. Или уже немножко загорает. И отогревается. Отогревается, да. После 20-градусной этой мороза московского. Жары московской. Да, московской жары. После московского Дубая. Джакузи двухместная, но небольшая, небольшая, прямо скажем, такая. Но вдвоем можно посидеть. Вид прекрасный. Шарик тут непонятный. Вид, конечно, здесь великолепный. Такой вид. У нас номер с правой стороны. Мы сперва начали требовать с левой. Не знаю, что там выпирает этот керван-сарай. Нирвана Космополитен. Я нам на ресепшн сотрудник сказал, что лучше возьмите справа. Вот мы взяли справа, не пожалели, а то смотрели прямо бы на тот отель. Так что имейте в виду. Вид на территорию. С правой стороны там уже ничего нет, потому что там пляж Лара. Тут, по-моему, телерадио-санаторий был, я не помню уже, вроде бы да. Мы когда-то давно ходили по берегу, смотрели. Еще что, спущен бассейн. Нет в нем воды.
И там идет ремонт. Ну, это зима, ребят. Внизу вот вид на подогреваемый бассейн, накрытый бассейн и на зону Garden и Лагуна. Ну что, по номеру. Номер это, понятно, что это не маленькая категория, но сами понимаете, как бы, хоть и была реновация, но что-то как-то очень все такое слабое. Мы уже были на завтраке. Отснимем, все посмотрите, все увидите, как здесь на самом деле. Такие интересные деревянные ключи, прям как в Лудже. Вот в подарок нам дали 10-минутный массаж. А вот в сумке есть вот такой дополнительный пакетик непромокаемый. Не правда ли хорошая погода? Джакузи набралась. Че, пойдем искупаемся? Пойдем. Тут жарко очень. Ладно, смотри, тут какая-то дверка есть. Дверка? Да, там что-то живет. А, ну конечно, а кто по-твоему дует в трубке в джакузи? Сидят там двое. Кровать. Что? Клубнику принесла тебе. Мне угощение? Да. Не откажусь, давай клубничку. Кушай давай, кушай, мой сладкий, поправляйся. Да, да. А ты, знаешь, клубничкой балуешься, да? Могу поделиться с тобой. У меня вон полная тарелка. Ты со сливками принесла, у меня вот такая. Тоже вкусно. Лапа, тебе же надо в спортзал идти. Лиля, а что ты делаешь? Собираюсь в ресторан. О, парк какой. Где фейерверк мой? Что, я не успел заснять? Заказал, а заснять не успел? Я здесь стою, как я открою, что ты сюда лучше. А я думал, ты решила порядок навести. Порядок? Как нам навели порядок? Вот нам навели порядок, а мы теперь свой порядок будем наводить. Фэншуй. Вот, сюда. То есть можно прям в джакузи полежать, выйти, да? Перекусить. Или прямо из джакузи можно кушать, в принципе, да? Вот это поляна, да? Крутая. Давай. Динь. Пришли с магазина, а тут у нас Happy Birthday. Happy Birthday. А торт еще позже принесли. Да, что там, Белладора? О, тут что-то... Ирланта. Ирланта, это что-то... Случайно. Случайно. А зато орешков-то дали. О, да. Хорошо. Открыточку мне прислали. Да, что написано? Да. Лучшие пожелания. Днем рождения. Барут. Класс. А где шарики, Лень? Шарики я уже взрослая. Да. Ты у меня как шарик красный. Видишь? Я шарик, да. Вот ты мой шарик. Ух, днем рождения. Подвинь-ка мне этот лежачок туда. На солнышко. Да, на солнышко. Прямо на балконе загораем. Хорошо. И в холодильнике одна бутылка воды. Налили в кофемашину, вода кончилась. Пришлось написать в чат, потому что это не дело, одна бутылка воды. Вот, только что принесли еще три штучки. Знаешь, что это? У тебя же день рождения. Там, спортзал. Так начинается утро. 45. Выше я поднимать не буду, ты голая пойдешь в зал. Подожди. Ух ты.
Вот, все можно загорать прямо на балконе, что мы и делаем. Великолепно. Не вижу, где она. 9, 8, 7. Какой из них 8-й? 7-й, интересно. Винишком балуешься? О, отлично. Бери. Там замок открывай. Савелье уже мой друг. Савелье мой друг уже. Да? Забирай.